Звезды зажглись. Детский сад поселка Искателей получил четвертую звезду проекта Ассоциации развития качества дошкольного образования. Как удалось получить награду, расскажем в следующем сюжете. Еще в 2018 году Юлия Дощук узнала о проекте «Звезды дошкольного образования». С тех пор Юлия, подав заявку на получение сертификата участника, начала усердную работу по получению звезд. Шаг за шагом она, как заведующая детским садом, на каждом этапе предоставляла на рассмотрение экспертной комиссии документацию по оснащению и работе воспитателей учреждения. Мне пришла, значит, первая звезда. На вторую звезду нужно было не только руководителю поработать, но еще педагогическому нашему коллективу. Нужно было заполнить больше блоков, там 500 с лишним вопросов было, из которых, значит, были сделаны выводы, какие у нас параметры западают. Выявив, какие проблемы есть у сада в дошкольно-образовательной программе, педагоги начали совершенствовать методику работы с детьми. Мы взяли экологическое направление. Мы разработали программу «Экологическая тропа» в гостях у мудрого оленя. И, в принципе, она у нас пошла в жизнь. Мы вступили в федеральный проект «Доколята-дошколята». Нам одобрили вступление. Мы стали работать плодотворно подготовительными группами в этом направлении. За что нам пришла вот третья звезда. Так, шаг за шагом педагогический состав детского сада совершенствовался в разных направлениях и получал новые звезды. Во-первых, это престиж учреждения. Во-вторых, педагоги немножко шире уже, чем основная образовательная программа, работают. И это также сказывается на образовании детишек. Да? И плюс еще от Ассоциации развития качества дошкольного образования идут нам за каждую звезду какие-то бонусы. Кураторы проекта отмечают, что педагогический состав один из лучших. Здесь стремятся не просто получить сертификат о повышении компетенций, но и узнать больше методик для предоставления детям хорошего образования. Они очень по-честному и готовы отработать ту или иную проблему. Они звонят, советуются. Педагоги, которые действительно настроены работать качественно и успешно. Проект «Звезды дошкольного образования» направлен на улучшение российского образования через создание развивающей системы поддержки, основанной на общественной оценке качества педагогического опыта. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».